Fresh TV. Сегодня мы открываем Play-Doh пикник. Тут есть какие-то крендельки, есть бутерброд, есть помидоры можно делать с сыром. И с чем еще? С колбасой нет, или только с сыром. Печеньки. Какие-то 4 баночки Play-Doh разных цветов. Ну, значит, поехали открывать. Ого, какое ведро плотное. Хлеб. Так, тут есть формочка для хлеба. Тут есть формочка для колбасы. Это, наверное, для печенья все-таки. Формочка или для колбасы. Есть формочка для сыра. Формочка для бекона. Кусок мяса. Есть формочка для бананов. Есть формочка для крендельков. Формочка для груши. Груша. Формочка для клубники. Формочка для яблока. И, конечно же, Play-Doh. Так, мы начинаем лепить. Будем делать хлеб. На, держи такую. Я буду делать бекон. Возьму красный пластилин. И мы бекон на хлеб кладем. Получился у нас сэндвич. Красивый получился сыр. Прям с дырками, настоящий сыр. И цвет такой желтый. Саша захотел сделать его желтым. Настоящим. Да. Давай на бутерброд. Так, сюда еще белый хлеб нужен. Покажи, какой белый. Получился белый хлеб у Саши. И он его на бутерброд, да, Саш? Угу. Такой вот бутерброд с белым и черным хлебом. Типа, был один кусок черного и один кусок белого. Раз. Прилепили. Получился вот такой кренделек с таким вот желтым. Кренделек, печенька. Красиво. И я сделал последний кренделек. Итак, друзья, мы сделали 3 кренделька и 1 печеньку. Мы сделали 1 клубнику, 1 грушу, 1 веточку бананов и 1 яблоко и бутерброд. Ага. Бургер. Черный хлеб. Бекон. Сыр. Белый хлеб. Сэндвич. Банан. Клубника. Яблоко. Груша.